Ну что? Будем кино смотреть. О! Что? Уилл разводится. Так позвони ему. Мы же не общались несколько лет. Позвони. Он же твой друг. Привет! Как дела? Отлично. Ты как? Как твой пивной бизнес? Я теперь варю пиво в своем баре. Поздравляю. У вас все еще большое семейство? Показать фотку? О, вот они. Класс. Что делаешь? За что мне все это? То есть ланч? Нет. Бранч? Нет. У меня нет на это времени. С бабами не дружат. Есть куча примеров такой дружбы. Лора Дёрн и Сэм Нил в парке юрского периода. Ваша дружба с Уиллом просто не для нашего возраста. Господи! Женский кризис среднего возраста. Вы как девочки-подростки. Ваши отношения в целом странные и деструктивные. У нас деструктивные отношения? Нет, нет, совсем даже наоборот. Конструктивные. Конструктивные. Мне не нравится быть вторым мужчиной в твоей жизни. Чипсозавры. Чипсозавры. Мне так стыдно показывать тебе свой раздрай. А Уилл еще в большем раздрае. Да я же просто желаю тебе счастья, придурок! Я никогда, блин, так счастлив не был! Пришлешь мне счет. Махни с нами кокосика, давай! Вы раньше с кетамином пробовали? Обычный транквилизатор для лошади. Я кого транквилизатор? Что? Говори, не так работает, нормально. Он уже попал в мозг. В защиту скажу, я думал, это кокс. Просто уточню, это в защиту? У меня все.